До этапа осталось меньше недели. Сегодня пятница. А в четверг у нас уже технические проверки. И к этому времени у нас должна быть полностью готовая машина. Положение дел меньше, чем за неделю до этапа. Ну, во-первых, я, наверное, сегодня смогу вам показать, что же у нас под капотом вечером. Вот. Во-вторых, сейчас своим ходом перемещаться не может, потому что нам еще предстоит туда кое-что доработать, внести доработки, короче, нужно. Нужно еще настроиться. Еще оклеить всю машину винилом. Вот, поэтому я сейчас еду, тачку забираю и повезу ее к Равилю в Каримовброс, чтобы они ее сделали красивую и чтобы наконец-таки я смог вам показать, какой у нас новый классный, на мой взгляд, дизайн. Вот, вместе с нашим новым комбезиком, который мы замутили с Трейлхедом. Далее, то есть пару дней машинка будет оклеиваться. И далее надо будет еще все дособрать. И на самом деле это как впихнуть невпихуемое. Мне надо еще пару недель, а осталось у нас всего пару дней. И это очень тяжело. Потому что, ну, я за последние неделю, две недели, я не знаю, сколько тысяч километров, наверное, 5000 километров я накатал, потому что каждый день нужно какой-то винтик, какой-то болтик, какой-то фитинг, какую-то сеточку, еще что-то. Это бесконечность просто. Честно говоря, к этапу уже силы просто не остаются. Если звезды сойдутся в определенном положении, если сбудется несбываемое, если нам сильно повезет, и если все, короче, сложится как надо, то и выйдем таки на первый этап, чтобы на нем провести тесты нашей новой машины. У нас были первые тесты, и это хорошо, потому что самые большие косяки они выявили. А МРВ — это уже совсем другой вообще вопрос и другая история. Будем надеяться, что критических поломок там не случится. Пробки. А этот чувак, бля, стрижет ногти в пробке. Как вам такое, а? Хуже, чем 5 часов в пробке в одну сторону, когда ты едешь свою машину забирать, и тебе еще ее везти до Москвы. А вот что, проливной дождик. Грузки моей машины. Как же прекрасно, что дождя не было неделю. И вот настал момент погрузки. Просто класс. Вот наша машинка, собранная по пластику вся. Вон там вот эта собака, ее зовут Фанта. Не знаю, видно вам, нет, но вот такой широченный фендер. И главная интрига. Что же у нас под капотом? Сейчас я вам покажу. Та-да! Ничего нет. Палочка в 12 часов. Мертвая пробка на новорязанке.